на конкурс «Дети читают стихи. Лабиринт.ру». Андрей Рыпневский, 6 лет, поселок Власиха. Георгий Рублев, памятник. Это было в мае на рассвете, нарастал у стены старобой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла смерть и мук усели вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом. Осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.